Привет, это Навальный, и я вышел в Перископ для того, чтобы сказать пару слов о том, что сейчас говорил Медведев. Я в фонде борьбы с коррупцией, за мной Джейк, или это Финн, которого нарисовал Захар. Ну, естественно, я очень сильно разочарован. Я уже начал писать пост гневный о том, что я разочарован, конечно, не столько Медведем, сколько поведением журналистов, и Осетинской, и Фишмана. Всех остальных я и журналистами не считаю. Но они должны были спросить. Сегодня, ё-моё, сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Невозможно было не спросить нормально о «Чайке». К счастью, Миша Фишман все-таки задал вопрос о нашем расследовании. И мы увидели какой-то ответ Медведева, абсолютно расплывчатый. Он заявил какие-то смешные вещи, что, ну, вы знаете, с любыми претензиями, с любыми расследованиями должны разбираться правоохранительные органы. А кто такой Чайка? Чайка – это и есть правоохранительный орган. Собственно говоря, вопрос о том, почему правоохранительные органы деградировали настолько, что невозможно даже говорить слово «правоохранительные органы». Я не ожидал, что будет сказано какие-то вещи, что сейчас на ваших глазах я подписываю бумагу о том, что мы отстраняем генерального прокурора, тем более, что Медведев формально это сделать не может. Но я надеялся, что он что-то скажет более весомое, что, вы знаете, есть формальная процедура, все будет отправлено в нужные органы, мы проведем все, и если подтвердятся факты, изложенные в расследовании, то Чайка, конечно, будет привлечен к уголовной ответственности. Даже такой фразы мы не увидели, что показывает о том, что система, конечно, горой будет стоять за этих своих жуликов, и, ну вот, они не будут сдаваться. Наша задача в этой ситуации, конечно, продолжать на них давление. Что касается остальной части пресс-конференции. Ну, еще раз, я очень разочарован, что не прозвучали вопросы ни про Турчака, губернатора Псковской области, который сейчас уже нет никаких сомнений, заказал нападение на журналиста Кашина. Не было задано вопросов про Немцова. Понятное дело, что общение с Медведевым, ну, это такая заведомая пустота. Ясно, что он ничего толкового не скажет, но, по крайней мере, эти вопросы обязательно нужно было задать. И Михаил Фишман, и Елизавета Осетинская, они должны были это сделать. Жаль, что этого не получилось. Ну, вот так произошло. Что касается остальной вообще всей части, пока сказать, остальное напишу в своем посте. Спасибо.